Привет, с вами Позитивчик, и вы смотрите пятую часть, пятую часть обзоров карт. И на этот раз у нас будет карта под названием «Город». Просто «Город». Так, вот сейчас я вам все покажу. Что-то у меня все больше и больше лагов с каждой серии становится. Так, тут дверь не закроется. Так, если точки вам мешают, ну, беленькие, то я могу их убрать. Так, ну, первое здание, которое я вам, наверное, покажу, это... Так, что это вообще такое? Даллас. Не знаю, это, наверное, супермаркет. Так как я эту карту не исследовал, вот как в прошлой карте, я опять начинаю ставить блоки. Так. Что у нас тут? Ой-ой-ой. Так. Смотрим. И это... Нет, я даже не догадываюсь, что это за здание. Так. Ладно, я вот таким выходом сюда выйду. Ой, я дорогу разломал. Вот я дурачок. Вот я дурачок. Так, ну, в общем, на это здание могут, ну, садиться вертолеты, я не знаю, для чего оно еще. Это какой-то баскетбольный центр, что ли, баскетбольный стадион. Так, ладно. Тут из таких вот, я не знаю, хороших, что ли, построек есть... Еще вот такой вот стадион, где написано «Флора». Я не знаю, к чему. Природа. Ну, тут можно, скорее всего, играть в футбол на одни ворота. Потому что вторых тут, к сожалению, нет. Так, ну, тут можно зайти в эту, я не знаю, постройку. Я там не бывал. Так. Извините. Так, что тут есть еще? Тут есть... я не знаю, что это пытались построить, но... Не знаю. Это случайно ли не кусок того стадиона? Да-да-да, это... это типа... Ай, блин. Типа землетрясение, что ли? Ну да, если это и правда так задумано, что типа здание потрескалось, то это очень прикольно. Ну вот тут небольшие постройки, дома есть. Дорога, да-да-да, это, наверное, землетрясение все сделало. Тут вот я не знаю, к чему повесили 3 разных флага. Я вот не понимаю. Тут есть маяк рядом. Харовский маяк. Так, я, правда, не уверен, маяк ли это. Да-да-да, это должен быть маяк. Ну, есть еще 4 таких зданица. Но я, честно говоря, не знаю, для чего они. Ой, блин, я даже зайти в них не могу. Что я за человек такой, а? Так, ладно, я не буду, у меня... Мало времени, так что я не могу сейчас вам залезть в это здание, тем более с такими лагами. Мне даже не показывают, что дверь тут стоит. Теперь открыто. Так, желтое, такое же, наверное, здание красных, 2 штуки. Так, ну, в принципе, тут дорога заканчивается. Это что, Макдак, что ли? Я не знаю, наверное, Макдак хотели сделать. Ну, скорее всего. Ну, тут еще так обломки зданий. Ну, если вам будет это интересно, карта, то вы можете ее скачать для себя. Так и называется City Minecraft. Так, ну да. Вроде бы конец. Нет, подождите. Это что такое? Я в этом здании не бывал.
Нет, ну все. Думаю, на этом я закончу видео. Если вам эта карта интересна, то скачивайте ее. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, если вас не затруднит. Ну все, всем пока, с вами был Пастивчик. До новых встреч и до новых карт.